Итак, взрослый выбор сделали. А что думают на этот счет наши маленькие эксперты? Сейчас они вам сами расскажут о своих предпочтениях и о большой политике. Это самый главный человек на нашей родине. Я знаю, когда родился Владимир Владимирович Путин, мы с ним родились 7 октября вместе. Но он-то немного раньше? Да, 61 год он раньше меня родился. 61 год прошел, потом я родился. Это такой главный в нашем мире. Он сдает указы. Он самый главный в нашем московском Кремле. И он воздает награждение людям, которые сделали в России что-то полезное людям. Строгий, сильный. И должен он быть добрый. Строгим, бесстрашным, умным. Президент должен быть сильным, умным, строгим, уверенным, умным. А зачем президенту уверенность и сила? Ну, уверенность, ну, чтобы не стесняться говорить всем людям. Он отдает приказы, следит за порядком, он заботится о детях, помогает всем. Он договаривается с другими президентами. О чем они договариваются? Ну, чтобы не было войны, о законах, о информации какой-то важной. Он всегда ездит в другие города, чтобы встретиться с другими президентами и договориться с ними, чтобы не было войны, чтобы у нас был, чтобы был мир. Гонщик из щенячьего патруля, потому что у него есть своя команда, 6 щенков. Лев вот такой, ну, в зоополисе. То есть, по-твоему, он достоин быть президентом России? Да. Почему? Ну, потому что он серьезно уверен. Джек Воробей. Потому что он может победить это большого великана. Я буду следующим президентом страны. Потому что мы с Владимиром Владимировичем Путиным родились в один день.